Ребята, всем привет, доброе утро. Собираемся мы ехать немножко на замок прогуляться. Забираем вас обязательно с собой. Смотрите, у нас распогодилось. Какая погода на улице, солнышко. А до сих пор такой сильный ливень был. Такие дожди у нас заливает прям. Ну так, все. Так что собираемся, едем вперед. Самое интересное все впереди. Идем прогуливаемся, мы уже вот в замок приехали. Смотрите, здесь вот живут в этом замке. Мы уже как-то гуляли и рассказывали, что летом приезжают сюда молодежь, ну такие подростки. И они здесь как отпуск проводят, время. Слышите, там гудят, бренчат. Вот они живут в таких зданиях. Вот в этом, вот тут вот, где музыка. Где окна открыты. Ой, как ветрено. Вот, ребят, поднялись мы на такую панораму. Смотрите, какая здесь красота. Хоп! Спрыгнула. Смотрите, какие виноградники у нас. Шикарно просто, шикарно. Какой здесь потрясающий вид. Но там, смотрите, спереди, походу там дождь идет. У нас все утро лил дождь, все утро. Но сейчас немножко распогодилось, сильный ветер. Ну а так временами солнышко. Саш, смотри, какой дождь там, наверное, идет. Дождь там, наверное, спереди идет. А панорама. Угу. О, блин, у меня же голова кружится. Смотрите. Внизу люди живут. Че, пойдем прогуляемся? Саша, а мы зонтик-то не взяли с собой? А если сейчас дождь ливанет? Ребят, смотрите, какая красота. Очень красиво. Ну, пойдем туда вперед прогуляемся. Там даже столы, скамейки поставили. Смотрите. А здесь, наверное, волейбол играют, сетку натянули. Потому что здесь молодежи очень много летом. Поезд едет скоростной. Ну и здесь все для молодежи. Когда хорошая погода, когда солнышко, они, видимо, здесь сидят. Отдыхают. Сейчас подойдем здесь, посмотрим, что тут такое.
Саша, мы сюда тоже как-то поднимались, да? Здесь вот лестница. Можно сюда подниматься наверх. Смотрите, красота. Туда женщина пошла. Ну, пусть она пройдет, потом мы пойдем. Что, сюда пойдем подниматься? Здесь открыто? Да? Приват? А мы как-то поднимались. А-а-а. Поднимались, смотрели, а потом спускались. Смотрите, датчики чьи-то снизу стоят. Ха, прикольно. Там столько голубей. Ну так, спрыгнуть я тут не хочу, потому что сильно высоко. Саша ушел в эту сторону, на панораму смотрит. Сейчас пойдем вокруг обойдем. Сверху стоит парень, наблюдает, что я снимаю. Саш, что вокруг там обойдем? Там вокруг пойдем? Ну пошли. Смотрите, какая здесь красота. О, здесь этот автомат гитреньков стоит. Напитков. Саш, что ты думаешь? Можно туда зайти? Можно зайти? Пойдем зайдем. Ой, как тут темно. Оба-на. Выходим. Тут шторки какие, цепи, смотрите. Цепи. О, сколько народу здесь. Здесь такие заросли везде. О! Сейчас поднимемся, посмотрим, там панорамище. Ой, ребят, поднялись мы наверх. Хотим немножко посмотреть. Вон парковка, смотрите. Ой, какое небо потрясающее, прям красиво. Саш, слышишь, голуби? Классно, да? Ух ты, а здесь фонтанчик. Что, еще выше пойдем? Пойдем подойдем к фонтанчику. Угу. Сейчас пойдем наверх. Ой, это что тут? За фонтанчик не могу понять. Так. Саша уже начал подниматься наверх. Бегу тоже я с ним. По такой лесенке. О, давай. Не могу. Вот зарядка у нас сегодня, а? Раз, два, а там кто-то наяривает. Музыку слышите? Вау! Это просто вау! Виноградники какие! Бегу. Лебенский фарш, что здесь очень-очень, как сказать вам, опасно. Опасно очень. Ух ты, по таким лесенкам мы будем подниматься. Здесь такие окошки. Ой, блин, Саш. Даже мне места мало здесь. Охуеть. Все, у меня ноги не идут. Саш, далеко еще? Ты где? Оба-на. Здесь какие-то двери. Оба-на. Ёкарный бабай. Ребят, смотрите, какая винтовая лестница тут. Фу. Ух ты. Кто-то еще успел что-то написать. Саш, привет. Последняя лестница, не могу. Ух ты! Да какая ж тут красота! Смотрите.
А здесь написаны, какие города где находятся. Видите, в какой стороне? О, Париж. Кёльн. Где Париж? 417 километров. Вон туда напрямую. 417 километров, смотрите. Париж. Лондон. 670. 670? Ну, до Лондона. Близко. Вот. Слушай, а там поливает конкретно. Вон в той стороне. Да везде. Смотрите, вон там внизу мы гуляли. Поезд едет. Сейчас сделаем. Смотрите, здесь какие виноградники. Вот как они вот так садят все. Как по линейке. Нам этого не понять, потому что мы этим не занимаемся. Вон, смотрите. Не красота ли это, а? Домики их не стоят. Боже, красотень. Короче, мы теперь уже спускаемся. Когда она закончится, это без понятия. Но спускаться все равно как-то полегче. О, спустились. Че, Саша, устал? А жарко встает, да, когда солнце выглядывает? Сразу мухи, осы залетали. Здесь такая железная дверь, ворота какие-то. Парить, парить. Сейчас как напарит. Там муляж этого замка стоит, смотри. Угу. Прикольно. Не знаю, будет видно, нет? Ух ты, прикольно. Смотрите, здесь они реставрируют, наверное, крышу все будут переделывать. А здесь вот этот фонтанчик внизу, у которого мы были. Ой, а здесь вокруг можно обойти везде. Что, кружок сделаем? Посмотрим. И пойдем вниз. А здесь что? Смотрите. Саша говорит, хоть раз бывает, чтобы мы куда-то приехали и не было стройки. Нет. Такого не бывает. Не бывает. Здесь, по-видимому, новые деревья посадили. Интересно, а что это? За листья на лопух похоже. Так. Что-то Саша там нашел. Наверное, виды потрясающие, красивые. Сейчас пойдем тоже посмотрим. А, ну да, сверху я-то фотографировала. А здесь что такое? Ага. Тут дверь такая интересная, закрыта. Подкова, да? Интересно, она наоборот батарейка висит. Чё? Батарейка. Капеллентурм. Смотрите. Красотень. Саш, что, идем дальше? Тюрьма была? Ну вот, видишь, мы даже не знали. А вот памятник здесь, смотрите. Вот. Смотри. А сюда дошли мы, смотрите, здесь даже грильница стоит. Надо же, но здесь все огородили, огорожено все заборчиком. Прикольненько отдыхать вечером, да? Какая у нас сегодня шикарная прогулочка, а? Hear me out, hear me out.
вот, ребят, приехали мы уже домой. Сейчас запаркуемся. Погода опять налаживается, опять солнышко. Мы хотели немножко дольше погулять, но начался дождик. Так что собрались и поехали домой. Ну ладно, и так хорошо. Подышали свежим воздухом, нам все понравилось. Виды просто потрясающие. Кому понравилось с нами вместе гулять, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте все здоровы. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.